Здравствуйте, полеводы. Меня зовут Бахчан. Я возле Чимкента. Сегодня 22 мая. Я посадил огурцы с компании сорт Cassius. Чем хорошо он? Ботва у него мощные растут, чем другие огурцы. Там с той стороны растут другие сорта. У нее болезнь пеноспорозом. У нас в этом году апрель-май почти дождливый был. Благоприятной погоды. Он устойчив на этот погоду холода. Мы обрабатываем всем одним препаратом, все в одном месте, но он устойчив. Чем второе хорошее у него? У него огурцы очень мощные, все темные. С конца до конца темные. Вот сорвал сейчас одну огурцы. Вот это не спелый. Вот еще одну. Чем хорошие у него огурцы? У него темные до конца. Очень темного цвета огурец. На базаре самый лучший проходимец. Как тепличные сорта. Проходит как тепличные. Можно в коробку продавать как тепличные. Но этот мы на грунтовке посадили. Он очень хорошо. Суперски хорошо. Спасибо за внимание.